Так, ребята, всем привет. Поскольку у нас один компьютер на троих, смотрите, что мы придумали с детворой. У нас есть вот так три жестких диска. Вот такой красивый корпус, стильный, помните? И мы вот так поставим жесткие диски сюда. Вот таким вот, вот такой таблеткой. Ну и потом, если кто-то придет опять к нам. Мы вот эта таблетка, сука, бумажки! Ой, это я вслух сказал, да? Мысли вслух. Так, смотрите, тут будет вентилятор. Вот так их охлаждать. Конструктор Андрюхин пригодился детский. Ну, пока вот так вот будем выходить из положения. Когда уже разбогатеем, ну, купим всем по компьютеру. Итак, ребята, сзади показываем вам лежачих этих мертвых милицейских. Так, Наташа, где ты там? На, держи камеру. Едем за рассадой, ребята, в этот, скажите, на рынок. Помидор взять. Так, ну ближе как-то к стеклу, стекло грязно. Итак, ребята, первый мертвый полицейский. Первый раз едем через Диму. Ах ты, сука, плохой, падла. Да, вот это мы тут машины будем убивать. Ах ты, падла. Ай, как по-живому прямо. Устроили они тут не дорогу, а, блин, игровую площадку. Я вслух сказал, да? Бля, они тут сделали. А то же ёшкин кот. Ой, сколько это я насчитал? Три. Четыре. Твою мать! Четыре, падла. Квартальная себе не стала делать. Ой, сколько это? Четыре. Пять. Да, блин, сбили со счетом. Все для детей. Дорога для детей, понимаете? Смотри, вот пятый. Эта дорога не для машин. Ах ты, падла. Так, главное, полиция приезжала. Сказали, это противозаконно. То есть, да, где они сказали, только можно? Не помнишь, Наталья? Ну, возле учреждений. После учреждений точно сказали, можно. А здесь какого хрена вы понаделывали, самовольничаете? Падлы такие. Ну вот, зато здесь, видишь, не надо никаких полицейских. Вот по такой дороге. Прекрасно. А то надо было вернуть время назад, никаких дорог не затеивать. Наш народ вот на такое, бляха, вот. Вот такое ему надо. Вот так вот. Вот так вот ездить, и никаких не будет разногласий. И все будете довольны, падлы. Опять я вслух мыслил, да? Ну что это они делают? А, бурьян вырывают. Так, а что, мы все подряд будем снимать опять? 43 градуса в машине пришли. Шарахнуться. Вот так вот. Рассады взяли. Так, отчет сразу делаю вам. Вот такая жара тут на рынке. Блин, а вот эти навесы сделали для кого? И все цепями там закрыто. А вот это вот сделали. У нас все же для людей. Это для избранных навес. Так, ребята, еще раз попытка. Блин, жарко там. У нас вечно то холодно, то жарко. А вот так, чтобы все хорошо, не бывает. Так, но здесь нету, да, сразу полицейского? Ну и смысл, поворот правильно. Так, вот здесь сделали, да? Вот падла. Вот представьте, тормозить теперь надо вам. Вот так переезжать. Вы тратите бензин. Ресурс машины. Короче, так хочется матюкаться, я не знаю. Так заматериться, чтоб аж... Уши у Наташи повяли, и Наталья смеется. Ну так, ну как, ну ребята, ну, чтобы полицейские отпали. Ну что это даст? Ну два идиота на мопеде столкнулись друг с другом. Это что им даст? Что вот эта херня им даст? Чтоб убылось. Нам она даст. На другой раз. По кошельку. Будем теперь машины ремонтировать через каждые 5 минут. Вот пит. Ай, чуть не сказал. Вот голубые. О, вот так. Ну что это такое, а?
Главное, полиция же приехала, нельзя. Ну и что? Ну нельзя, сказали, нельзя. Так заставьте их убрать вот эту херню. Твою мать. Что ты скажешь, ты метр? Кто вот это сделал? По башке бы, падла. Уроды. Домой не доедем. Твою мать, а. Ой, ребята, все, это последняя капля была. Паспорта, бляха, быстрее паспорта мне, падла, дайте. Вот эти ваши метку уже принял, хер на вас, на всю. Уже только дайте мне отсюда смыться. Наталья ругается, говорит, что я ругаюсь. Ладно, все. Так, продолжаем эпопею с этими столбами. Один зачистили, весь остальной наполовину. И вот смотрите, все равно то место, где было в земле, видите, отличается. Все равно там есть микропоры ржавчины такой. И ну куда чистить уже? Что ж, я всю сейчас точу. Короче, я сейчас достал вот такой у меня еще с времен Советского Союза преобразователь ржавчины. Ну или ортофосфорка, не знаю, с какой-то добавкой. Сейчас как раз ее используем. Это сколько уже лет стоит. Эх, вот так вот. Дети недовольные, да? А где он пропал? Дети не хотят работать, а Барсик жучков ловит. Молодец, рассказывает. А, птичку. А птичка дразнит его. Так морды ему строит. Что, Барся, хочется укусить птичку, да? Да и не боится, прямо возле меня. Что, Барся, птичку так хочется, да? Ой, как хочется. Ну как же ее достать? О, полетела. Что, Барся, ты ее только поцеловать хотел и все, да? Да? Барсюча, Барсюча. Ух ты, морду, ты морду, морду такой я тебя. Гада, сейчас опять съем. Не знаю, такой трогаешь его. Так хочется сучку такую сожрать, всю эту гадость такую. Так, ладно, все, работаем. Так, ребята, победа. Подходи поближе, что ж ты. Победа, ребята, смотрите. Все, выдраили. Теперь смотрите, иди сюда ближе. Что ты там снимаешь сдалека? Оператор, показывай, ребята. Надо же дорастить теперь стойку. Мы же ее подняли выше. Вот такую трубу сейчас, смотрите. Надрезал, заклепаю. И туда внутрь вставим и проварим. Типа так, да? И забить туда потом. Еще немножко надрежу и обварим. И хрен ты ее вытянешь. Вот, ребята, забита была труба землей. Водичка все победила. Андрюха хотел сверлить. Говорю, воду. Не, я шучу. Это Андрюха сказал, давайте водой, говорит, прочистим. И все. Так что вот такая эпопея с этими стойками. Вроде кажется, да что там? Раз и все. Оно то в одно упрешься, то в другое. Ребята, ну это ж другое дело в маске. Чего вы мне раньше не сказали, что такое есть, а? Ты ж сварку-то не снимай. Ну как, классно? Все. Ну это ж красота, это просто не описать вам, как классно. Не надо вот это мучиться. Обалдеть, вот такая маска, блин. Покажи наш сварочный. Еще, кто не в курсе. Вот такой классный, никаких инверторов. Все хорошая, стандартная. Без всяких транзисторов.
все относи. Так, ребята, ну что ж вы мне так раньше не рассказывали? Показывай, ладно. Такой классный шлем. Это просто... А еще, ребята, вот хочу показать. Видите, где большие отверстия, где большие дырки остаются. Вот. Болты беру. Смотрите, вот болты. Что, мне жалко болтов. Беру вот так вот. Смотрите. Подставил, видите, болтик? Обварил. Сейчас его обварю, прямо закруглю вот так вот. И так классно. Монолит, кстати, вот эти электроды взял. Такая вещь классная. Так что все у нас супер. Буду еще Владика учить варить и Андрюху. Вот видите, как болт сравнял. Блин, даже я научился варить, ребята, с помощью вот такой маски. Это ж просто какое-то счастье. Обалдеть. И вы мне не могли рассказать. Вот это втихаря дома каждый себе варил. Нет, чтобы Сереге сказать, вот такая маска, и ты будешь мастер сварочных дел. Ребята, смотрите, у меня вот такой круг валялся очень-очень давно. Это очень старинный, времен СССР еще, круг. И смотрите, мы и этим кругом зачистили вот эти обе стойки. Ну и мы не резали, а просто зачищали. Видите, он толстый такой. И он же был не новый. Ну вот такой он был, вот такой. И вот это все мы им зачистили. Я его раньше не использовал, вот валялся уже очень много лет. Таскал его, с одного жилья переезжали, я его с собой везде тянул. И видите, он не подходит на эти болгарки. Ну, я на токарном сделал колечко, там в гараже валяется, переходник. Поняли? И вот это зажал. И вот этот круг, смотрите, он еще хороший, еще можно пилять и пилять. Вот мы краску содрали одним кругом. Вот этим попробовали современным, сталь. Он сразу сточился у нас. Он очень тоненький, отрезной круг, видите? Ну, дешевый, я взял самый дешевый. Ну, оно дешевое и говно и есть. Вот я сейчас отрезал тут трубу два раза, и один круг уже сточился. Вот сейчас опять заряжаю, чтобы порезать вот эту трубу. Вот такое, ребята, дерьмо, а не круги. Ясно? Смотрите. Ох и говно. 10 гривен, по-моему, один. Короче, такие брать нельзя. Полное дерьмо. Ребята, попали мы, блин. Не можем снять теперь. Вот эта гайка от удара как завернулась, зараза. Ключ аж гнется, родной. Сверла вставили. Даже погнули, смотрите. Видите, кривое. Ну, вот так вставили два сверла вот сюда в тиски. И хотели ж отвернуть. Какой там? Вот так мы попали, ребята. Там вот вижу, как под ключ есть, да? Грань. Сейчас вот эту одну гайку отверну круглогубцами. Потому что тут и отверткой не подлезешь. И попробуем туда ключик засунуть. Зараза, ребята, он длинный. Думали, сейчас высунем и туда ключик засунем. Вот так мешает. А он длинный. Не выходит. Ёшкин кот. Ну вот как открутить? Что вот это всю конструкцию так тоже в щитке здесь не даст. Дурдом. Вот так, ребята, шов. Там мамка меня учила. Она раньше в Гургазе работала дефектоскопистом. И говорит, ребята, вот газовщики, только поварили, пока горячий металл. И сразу же, смотрите, смолой. Кусок смолы обычной. Берете вот этот шов. Ну, если он в земле будет. И смотрите, смолой. Наталья, ты знала такого? Знала. Мы с тобой уже жили когда-то в другом месте. В полдоме, помнишь, жили? И я так воду делал под землей. По сей день там Сашка знакомый живет мой. Купил у нас те полдома. Ну вот, видите? Вот так шов замазали. И это уже на миллион лет. Блин, мы же отсюда уезжать собрались, Наталья. Зачем мы делаем все на совесть? Глупые. Ну вот типа такая конструкция. Только надо же было и тут смолой. Дети забыли, блин. Она уже остыла. Ну да ладно, у нас еще есть для антикор, короче, есть еще какой-то для машины, брали, осталось много. В общем, ребята, вот такая история. Вот так вот мы долбемся. Там многие говорят, а где ты пропал, где вы все пропали, что же такое с вами случилось? Да вот заходим, выходим, чуть свет. Ну, чуть свет, это 11 часов, да, Наталья, вышли, пока проснулись.
И заходим, пока вот стемнеет. Короче, вот такая вот, вы поняли, вот это уровень земли. Вот так вот будет. Это все будет вбетонировано вот здесь, в этой стойке. То есть, когда ворота, вот эта лицевая часть, вот здесь, когда ворота открываются, они на вас тяжестью. И вот эта тяжесть будет на эти столбы ложиться. Тут все будет вбетонировано. То есть, вот это первые ворота, которые тут были, это ж не мы делали, они вечно падали. Только сырая погода, и вечно уходили вот эти столбики в сторону. То есть ворота были, сами видите, 147 килограмм. И было очень тяжело. Мы сейчас, не знаю, сделаем, наверное, полегче. А может и эти придется, никто таких не покупает. 147 килограмм, вон же мы считали. Так трубы ж не тянули калитку. Да нет, ты не понимаешь физику. Закон физики Наташа не понимает. Тянули ж не трубы, не стойки. А тянули ворота. Вот эти ворота на петлях, которые были закреплены на этих стойках. Вот так. Это ж физика вам, это ж не мешки ворочать. Еще хорошо, ребята, знаете, зачем смолою так? Тогда не видно, как вы тут понасырали. Уже ночь на дворе. Владик, уже луна светится большая. А мы все красим. Грунтовкой скроем, да? Пока одним слоем, потом вторым. Вот так вот, ребята. Лучше все-таки быть богатыми. А на ремонте компьютеров далеко не уедешь. Поэтому, Владик, что лучше делать? Сайты создавать, не? Не, ну сайты это тоже хорошо. Но тоже там, я не знаю, неужели там много клиентов будет, а? Владик, не вымазывайся штанами. Короче, надо, как Гена Балашов учил, как-то зарабатывать деньги. Как? Надо еще его лекции прослушать, давай. Как-то мы неправильно живем. Все сами что-то делаем, копошимся, от толку. Все с говна лепим, всю жизнь лепим. А так бы раз людям 15 тысяч тех дали за ворота. Где-то в это время заработали больше. Но опять же говорю, на компьютерах далеко не уедешь. Ну и на бытовой технике. Не знаю, как вы, но мне кажется, далеко точно не уедешь. Всю жизнь этим занимаюсь. И видите, какой богатый. Владик, вы богатый? Да, мы очень богаты. Ладно, ребята. Все, вот такой день опять сегодня был. До завтра всем. Так, пытаемся же как-то открутить. А то вы думали, мы уже спать. Ставил отвертку, чтобы не крутилось. И вот так пытаюсь сверлом как-то выбить. Хотя бы, чтобы сдвинулось. Но ничего не получается, ребята. Вот это мы попали. Ребята, блин. Получается, это же болгарки кусок там. И зажало. И она как трение большое. Это же камень. Маслом, вот беру машинным маслом. Может поможет? Смазать резьбу. Смазать болгарочку, правильно? Круг этот сам. И может оно отпустит? Вот попали, блин, а? Целые приключения. Так, ну похоже на 14 все-таки, ребята. Вот такой ключ распилил. О, встал, видите? Так, вот тут сейчас тряпку подложим, упремся, да? Ну и попробуем, сейчас Владик будет держать вот таким ключом газовым. Так, ребята, все-таки никак. Ключ этот нахрен разогнулся с велосипеда, видите, разошелся. Есть вот такой вот ключ на 14, но он-то большой, он сюда не влазит. Все-таки решено вот этот болт как-то убрать. Круглогубцами открутили. Ну теперь ножовкой срежу его, а что я сделаю? Ну как еще? Отрежу, чтобы туда ключом-то можно было залезть. Вот он, падла. Ребята, еле его отпилил. Короче, болтухана, но это-то не страшно. У нас таких куча. Но ключ-то не на 14. Вот мы освободили. Смотрите, теперь как классно. Теперь можно сюда ключик подсунуть. Но тут немножко больше.
придется подбирать, подтачивать, какой-то нестандартный. Ребята, ни в какую, бляха. Там ключ таки на 14, просто из-за того ключа немножко развернуло. Ну хорошо, я забил. Но я не могу, у меня аж гнется все, сверла гнутся. Я не могу открутить. Вы представляете? Я в шоке. Ну как быть? Уже ж этот ключик хорошо стоит, все. Не могу, прямо сверла гнуться и все. Ребята, еще два сверла погнул. Короче, никак, я не могу открутить. Мы пошли спать, все, я уже больше не могу. Кто-нибудь, а, ребята, спасите, СОС. СОС, помогите. Как это теперь раскрутить все? Эту трихомудию все, а? Падла, я ж теперь не смогу заснуть спокойно. Мне теперь кошмары будут сниться. Ладно, ребята.